человек, открывший Западную Сибирь как энергетический центр страны. К 90-летию Фармана Салманова в его именном доме-музее открылась тематическая выставка. Специалисты краеведческого музея подготовили личные вещи геолога, которые ранее бережно хранили в фондах культурного центра. Экспозиция «Биография нефти» рассказывает о жизни и профессиональном пути Фармана Курбановича и будет доступна посетителям до ноября. Жители смогут узнать, почему геолог, вопреки наставлениям, отправился искать черное золото в Сибирь и сколько месторождений было открыто благодаря первопроходцу. Вера Фармана Курбановича, помноженная на героический труд геолога-разведчиков, способствовали тем качественным изменениям на югорской земле, которые мы с вами видим в настоящее время. Фарман Салманов – ключевая фигура в истории не только Югры, но и соседних субъектов Тюменской области и Ямала. Освоение западносибирской нефти дало старт становлению регионов Тюменской матрешки и развитию Сургута в частности. В честь геолога в нашем городе названа улица, одна из гимназий. Его имя носит и международный аэропорт. Все ключевые даты, связанные с биографией Салманова, обязательно сопровождаются праздничными мероприятиями. Исключением не стало 90-летие со дня рождения геолога. Его память почтили и первые лица Сургута. Человек, который своей энергией, своей внутренней силой, своим профессионализмом дал жизнь, новую индустриальную жизнь городу, территории. И, безусловно, на такое способны только смелые люди, команда первопроходцев, которые пришли на эту землю и сделали ее богатой и сильной. Наша главная задача – следовать этому примеру.